это домашнее животное? У меня вот совсем недавно была Игорь кошка. Игорь Яковлевич Крутой. Да, после этого даже... Ну, потому что Димаш с крутым делает все, что хочет. Мы так не можем. Была у меня кошка, вот, только... Конкурентоспособная кошка. Убежала. Не, не убежала. Я тогда на 2 месяца полетел в Алмату. Приезжаем поработать, слышим, как маленький котенок зовет на помощь. И вышел на улицу, смотрю, там яма, а он там. Мы позвали МЧС, но в итоге сами вытащили потом. То есть ты спас котенка? Да ладно! Котенок!